Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Игорь Че. Сегодня пойдет речь. Буду вам как бы сегодня показывать, как правильно скачать, установить и как правильно начать играть в МТА провинцию, как правильно зарегистрироваться. Я вам сейчас все покажу. Так что вам для этого понадобится? Нам мы заходим в браузер, и что нам нужно? Нам нужна электронная почта, обязательно электронная почта. Так, сейчас зайдем. Так, зарегистрируем ее. Так, что мы делаем? Мы пишем. Так, извините, пишем имя Игорь, да? Так, пишем фамилию. Так. Так, день рождения можно написать. Май, год. Пол мужской. Так. Так и пароль. Так, это будет пусть, к примеру, сейчас я свой. Да, какой-нибудь такой придумать. Так, и номер телефона. Можно раздельную почту, нам не особо важно. Главное, чтобы вы пароль запомнили. Так, и чтобы продолжить, нам надо ввести код с картинки. Так, почту можно Яндекс, Gmail, Mail, ну вообще как бы без разницы. Так, сейчас другой. Продолжить нажимаем. Так. Так, все, у нас теперь электронная почта есть. Так, давайте мы выйдем на рабочий стол. Я вот так и сделаю. Так, сейчас. Давайте мы на всякий случай создадим текстовый документ. Пароль там принца можно назвать. Так, значит, смотрите, в чем суть. Эта рубрика будет про то, как правильно играть в МТА Принцу, ну, вообще, что там делать надо, как, что вот. Это игра про реальную жизнь в России, вот, ну, то есть вымышленные города, вымышленная область, не знаю, как субъект. Итак, давайте напишем пароль для электронной почты. Так, я вам его, собственно, показывать не буду, ну ладно, я сам введу, чтобы вы не видели. Так, затем нам нужно логин придумать. Это для аккаунта в интерпринце и почта электронная. А можно еще никнейм. Так, давайте мы вот эту вот электронную почту вот скопируем, ставим. Так, пароль, логин попозже. Так, теперь куда мы переходим? Мы переходим на сайт, официальный сайт МТА провинции, пишем gtaprovince.ru.
И перед тем, как начать играть, так давайте сначала скачаем файл, нажимаем начать играть, нажимаем скачать, вот. И смотрите, в чем здесь фишка. Официальный торрент, это вот торрент, но, к сожалению, где-то, наверное, чуть больше, я не знаю уже когда, может быть и в начале этого года, может позже, чуть позже перестала игра работать, ну, как клиент, то есть с официального, как бы, ну, если с торрента скачивать. Теперь нужно через лаунчер. Нажимаем официальный лаунчер, скачиваем его. Итак, давайте мы сохраним файл на диск D. Я сейчас сохраню его в загрузке. Так, все. Файл весит 101, ну, как бы вообще 100 мегабайт. И перед тем, как начать играть, ребята, вам нужно будет посмотреть, как бы, вам надо будет еще зарегистрироваться на форуме. Итак, нажимаем регистрация. Форум — это чтобы подать жалобы на других игроков, обжаловать наказание, ну, если вас, к примеру, либо по ошибке администратор забанил, заблокировал ваш аккаунт, доступ к игре, вот. Отображаем мое имя, мы напишем Игорь. В общем, можно для ник, как бы, никнейм для игры можно любой придумать, любую фамилию вообще, либо любое имя, ну как на ваш вкус, на вашу идею. Минский, вот так можно написать. Это будет и в игре никнейм, и на форуме. Итак, email адрес мы напишем сейчас, вставляем пароль. Пароль, сейчас его напишу. Давайте сейчас. Девять, вот. Спадил немного. Ну ладно, все равно, что вы не заметите. Вы же не видите, как бы так. Хочу получать новости обновлений. Но если на ваше согласие, согласен новыми условиями, создать аккаунт, нажимаем. Все. На форуме, в принципе, не обязательно регистрироваться. Так, сейчас мы подтвердим создание аккаунта. На форуме не обязательно, но вообще, как бы, если вы вступаете там фракцию, ГУВД, ГИБДД, РЖД, в армию идете служить, тут обязательно нужно. Вообще, как бы, мало ли жалобу подать, вам все равно вообще, как каждому игроку, хоть и не нужно, но все равно понадобится подтвердить мой email адрес. Нажимаем подтвердить мой аккаунт. Откажитесь, ну вообще нам это не обязательно. Да, я знаю. Все. Так, тем временем у нас этот файл скачался. Так. А, еще сейчас хотел вам обязательно показать. Вам надо будет выбрать сервер, на каком вы будете играть. Ну, как бы в данном случае я вам буду показывать, как играть. Ну, на седьмом сервере. Итак, жалобы на гражданских игроков. И вообще вам... Я вам хочу сказать вот основное, что вот правила игры, то есть что нельзя делать в игре, что можно, как бы нельзя бить игрока без причины, убивать его, конечно же, что такое РП, это ролеплей, то есть надо там вводить специальную команду, которая как бы показывает, что без анимации, что персонаж делает, как бы достает оружие и типа того. Вот, и вы все прочитаете внимательно. Ну, главное, вот, если вам все-таки лень читать, я вам скажу, что нельзя читерить в игре, совсем нельзя, бить нельзя, как бы, если вы обманете игрока на деньги, взломаете игру, будете использовать читы, то вас могут забанить навсегда, абсолютно навсегда. И есть даже шанс, что и на всех серверах, то есть вы вообще навсегда уйдете из игры и все, нигде не будете играть в ней. Придется вам искать другой проект, скажем так. Итак, вот, видите, бессрочная блокировка. Ну и вот.
один день, здесь все написано. Самое главное, нельзя бить игроков, то есть вообще с ними не ссориться. Ну, если и оскорблять, даже их нельзя, не материться нельзя, то есть вам могут дать мут, ну, то есть доступ кому-нибудь что-то написать, там могут заблокировать на какое-то время, ну, то есть мут, вы, наверное, знаете, что такое, ну, замутить, да, скажем так. Ну, нельзя бить, оскорблять, вот, вы поняли. Мало ли к вам пристал какой-то игрок, но вы, наверное, знаете, как в жизни тоже нужно решать конфликты без всяких драк, оскорблений, то есть вы просто, ну, говорите ему, просто вообще не обращайте внимания, и все, просто ведите себя там хорошо, как бы, вот, и все такое. История в игре начинается с того, как бы, того, как, ну, вы на вокзале оказываетесь, бомж, как бы, у вас, ну, и все в этом роде. Еще, кстати, насчет то, что вы в игре будете писать реальную информацию из реальной жизни, что у вас там какой-то компьютер, характеристики, что там еще, если, ну, как бы, про игровой процесс, ну, то есть, чтобы, как бы, какая система у игры устроена, типа, ой, там в игре добавили новую систему. Ну, короче, это МГ, то есть вам нужно еще там, там два чата, в общем, есть. Вы поймете потом, я вам расскажу обязательно. Так, ну, тем временем у нас скачался файл. Давайте мы его запустим. Но поскольку у меня уже есть лаунчер, я вам не буду показывать. Смотрите, выбираете русский язык, ну, английский, кому интересно. Здесь тоже надо прочитать, ну, хотя не обязательно, в принципе, вы же ничего копировать не будете. Принимаем условия. Games, вот. Куда вы установите игру, собственно говоря, далее. И там еще вам будут предлагать устанавливать DirectX и вот эти вот всякие. Вам желательно стоит, ну, как бы, не соглашаться на установку этих программ, обеспечений. То есть нельзя отказываться от начала игра. Есть шанс, что у вас игра не запустится. А еще, кстати, важно, что вам придется, наверное, как бы добавлять в антивирусники исключения, ну, как бы, игру в исключение, потому что антивирус может запросто ее, если у вас АВАС, то он вообще может MTA-принцип удалить, придется ее переустанавливать, собственно говоря, вот. Вообще вам стоит лучше удалить антивирус, если у вас Windows 10, 11, там 8.1. Можно просто оставить защитник Windows, как бы, вот, и он ничего игре плохого не сделает. Можете его хоть включенным оставить. Встроенный защитник Windows вообще ничего плохого игре не сделает, вот. Вдруг вы забудете, я вот забывал, мне пришлось его удалить, у меня его нет, антивирусника. Короче, так, я сейчас хочу... Так, сейчас я папку вот, игры вот сюда переношу. Так, вот, принц лаунчер, открывайте его, все, у вас как бы, да, все, запись идет. Так, значит, что вам надо будет обязательно сделать? Вам надо будет путь до клиента игры указать, вот, обязательно, да. Но главное не директорию с самим лаунчером, а создать отдельную папку. Давайте я вам сейчас на примере покажу, вот, видите, вот. Вот у вас лаунчер, а вам нужно отдельную папку, вот такую вот, к примеру, создать. Это принт демо, провинция, да. А потом, вот эти вот галочки вы вот все убираете, кроме вот этой можете оставить. И только эту можете оставить, и вот эту, если хотите, ну, скрывать лаунчер. Я как бы пока что не буду его скрывать. Можно вообще, когда начну вот, вот окно запуска появится, можно будет закрыть сразу. Итак, выбираем сервер, как я сказал, что, ну, мы будем играть на седьмом. Давайте на седьмой пойдем зарегистрируемся на седьмом. Если вы заходите в игру в первый раз, то у вас будет загрузка, ну, то есть скачивание файлов игры. То есть надо будет подождать там где-то полчаса, наверное. Ну, как бы не более половины часа будет скачиваться это все. В зависимости вообще, какой у вас интернет, вот. Вот так вот.
Ну, я, конечно же, поставлю запись на паузу. А, вот все уже запускается, можно закрыть лаунчер. Так. Все. Так. Сейчас у нас запустится, загружается. Когда вы зарегистрируетесь, вы будете как бы, ну, бездомным, у вас будет сразу появляться 2000 рублей, вот, игровых. Вам придется, то есть, получается, ехать на работу и там собирать, ну, копить деньги на дом, на машину, вот, и все в этом роде. Так, тут тоже загрузка есть. Я поставлю на паузу. А, наверное, и, хотя нет, не буду ставить. Нет, пусть подождем, когда загрузится игра. Еще сейчас вам покажу минимально, как если у вас слабый компьютер, там сколько на вашей видеокарте памяти, 1 гигабайт, наверное, у вас на видеокарте. Или на 2 гигабайта у вас она. У вас, ну, слабый такой компьютер, может быть средний и вообще. Вот. Я вам покажу, если у вас игра тормозит, лагает. Вообще игра может тормозить не то, что вот это графика там, даже в зависимости, какой у вас интернет. Ну вообще у меня интернет как бы, ну, хорошо держит эту игру, но игра лагает из-за того, что здесь у меня с графикой проблема. Хотя интернет может быть тоже виноват, я не знаю. Здесь вообще желательно, ну, лучше просто запретить, нажимаем, мало ли что. Так, здесь можно тоже имя, кстати. Ну, я напишу вот Игорь Че. Да, просто Игорь Че. Так, я вам хотел показать кое-что. Если вас лагает, то вы должны будете все вот это убрать, вот, низкое. Здесь нужно все галочки убрать, надписи нравятся, ну, не обязательно, можно оставить. Вот, это вот надо желательно убрать, кроме этой. Так, автоматическое сглаживание отключено, но лучше на такие настройки вы ставите, и вот все, больше ничего не делаете. Так. Все, так, давайте вернемся. Так, нажимаем регистрация. Так, email у нас. Так, сейчас давайте скопирую email. Так, давайте вставим его. Придумаем логин. Это, например, будет у нас так, модулс 22. Можно поставить. Но я вообще нет, другой. Игорь Че. 1009 можно. Это мой логин. Вообще, вы лучше поставьте, к примеру, там ваше имя и год вашего рождения, желательно. Вот. И, кстати, как правильно Александр писать имя, вот. X есть буква, если что. Вот. Я там подсказываю просто. Так, пароль. Какой мы придумаем пароль? Давайте вот такой вот. Придумаю сейчас. Но это не ваш. Заговорился просто. Сейчас я. Так. Пароль я сейчас ставлю. Проверяю просто. Так, Игорь. Минутку, сейчас еще раз. Просто, наверное, ошибся сейчас. Вот так вот, да. Так, все, когда вы придумали вот свою электронную почту, которую мы создали, вот вставляем, и логин придумываем, пароль придумываем, и лучше его записать на всякий случай где-нибудь, мало ли вы его забудете, хотя можно его восстановить через электронную почту, вам приходит сообщение, вы подтверждаете и придумываете новый пароль. Нажимаете далее.
нам отправляется код на так я на Яндекс нет на не на Яндекс на, мы на Опер регистрировали его так сейчас откроем мы его ну вот все так Чебыкин 09 так а нет я имею в виду вот вот смотрите видите вот ваш код подтверждения мы его можем скопировать все можно браузер закрыть чтобы у нас ничего не лагало не тормозило ну главное да лучше одну там или две вкладки оставлять вместе с провинцией все мы подтверждаем код теперь нам нужно ник придумать я его уже в блокнот записал так Игорь Игорь вот так а Егор вот так это просто мало ли кто не разбирается в английском так фамилию я напишу Мин ну, вообще можете свою либо другую любую вот большинство игроков так делают даже имя другое придумывают так мужской пол выбираем какой у вас женский мужской вот кто вы как бы не знаю мальчик девочка И город. Я как бы вам порекомендую Приволжск, потому что там больше игроков живет в нем, то есть жителей, если в РП говорить. Мирно, ну, как-то мало, очень, по моему мнению, а в Невском, ну, нормально все равно, как бы. Там зато дешевые квартиры есть и прибыльные работы. Ну, вообще нет, я думаю, что в Мирно там одна прибыльная работа для первого уровня есть, ну и... Мы пока что рассматриваем Приволжск для видеоуроков. Так, нажимаем завершить регистрацию. А, никнейм уже занят. Сейчас давайте я сейчас другой придумаю. Так, можно вот так. Вот, казанский. Так, нажимаем завершить регистрацию. Вот, все. Выпали на ролеплей проект. Это значит, что вы должны соблюдать правила, можно знакомиться. Вот, прочитайте обязательно, потому что я вам... Вы сами посмотрите. Можете даже на паузу поставить. Как мы видим, мы появились на вокзале, у нас первый уровень, 2000 рублей, как я говорил. Так, я вас ознакомлю с клавишами, как что делать. Так, давайте... Ну, Алис тоже нас научит, вот. Так, нажимаем и открою карту. Так, открывается карта Республики Провинция. Вот, в верхнем правом углу это у нас Приволжск, в центре Мирный, внизу справа Невский. Ну, короче, видите, вот. Из Приволжска в Невский можно на автобусе добраться, на поезде. Здесь поезда есть, все есть, как бы, как в реальной жизни, в реальной России. Теперь знаком с картой и откроем ее игрока. Смотрите, вот здесь, вот видите, вот ваш никнейм, все у вас здесь есть. Банковский счет нету пока что. Номера телефона нет. Ну, как бы телефон вы еще не купили, по-моему. А, есть он у вас уже, да. Я не знаю, как почему он сразу появляется, хотя он за 25 тысяч стоит. Но почему-то сейчас при регистрации сразу появляется, без понятия. Значит, статистика. Здесь у нас, ну, как добраться. Вот здесь все есть. Здесь вы можете, ну, я вас знакомлю, можно задать вопрос с администратором, то есть вам помогут, если что-то в игре здесь не знаете, не понимаете. Так, это у нас вот все. Я вам сейчас могу наглядно показать. Как бы вот ну в общем и вызов службы ну вообще-то в телефоне все остальное есть так здесь тоже все есть можно здесь тоже правила почитать донат здесь есть про донат я вам чуть позже расскажу ну наверное точно не в следующих даже может быть в 10-8 покажу так как заговорился реферальная система единиц ну это вот можно вот это активировать но нам сейчас он не пригодится попозже настройки
Так, что нам не нужно, можно снять. Нам дождь не нужен. Нет, не нужен. Так. Безопасность. Можно пароль сменить. Ну и все, обновление. Обновление можно посмотреть, когда вот игра обновлялась все это время. И все есть от самого старого до самого свежего. Ну нет, не самое старое, это вот когда это вот меню обновлений появилось. Все, можно закрыть. Игровой чат. Вот. Мы можем написать, например, вот тест. Так. Вот. Можно удерживать Z или даже нажимать. Вот. Раз, два, три, раз, два, три. А Е. Это что продолжить так. Да, все. И как бы о работах тоже все можно получать информацию. Здесь можно. Ну, у вас как бы счета, то есть карточки нет. Здесь можно будет снимать, пополнять мобильную связь и так далее. Вот. Итак, можно купить билет в другой город. Так, зажимая пробел и В, можно бежать, да, убью. Вот. Можно даже вот так делать, но хотя вообще по правилам нельзя, ну. Вроде бы, если вы просто так без погони, то можно. Мирный, Невский. Ну, короче, сейчас пока не до этого нам. Вот. Все. А дальше, как бы, мы сейчас на улице не будем выходить, я вам просто вот, первое вот, рассказал все. Я вам расскажу, что дальше делать только следующим, первым, следующим. Это был нулевой, как бы, вот, видео, как, не знаю, часть видеоурока. В следующем покажу, как нам доезжать до работы, как пользоваться общественным транспортом, как вызывать такси, как, ну, вообще работать, что сделать и все такое. На этом все. Спасибо. Всем пока. До следующего выпуска.